Друзья, Надюша попросила меня сделать лопатку деревянную на кухню. Ну вот она, эта лопатка в оригинале, да? Нашел, друзья, вот такой вот брус. Пробую из этого куска бруса сделать лопатку. Друзья, выпилил две вот такие вот полоски. Сейчас здесь немножко подрежу и здесь по длине. Надюш, я что-то сегодня выстрогал. Че? На столе. Вау, слушай, как красиво, настоящая лопатка. Положи на друга и... Я три штуки сделал, все немножко разные. Ага, это совсем тонкая, поломается быстро. Да, она гнется. Ну, наверное, дерево надо другое, да? Че, ну тут два разных дерева. Да? Да. Одно оно просто и этот, видишь, как... А это просто надо этот пошлифовать немножко. Ну вообще, можно идти торговать лопатками теперь. Не, классно. Я покупала за 10 рублей. Точно такая же.